Всем привет, друзья! Вы на канале Like It Around Mix. И мы продолжаем свой рассказ об интереснейшем Киевском музее, рассказывающем об истории и традициях украинского народа. Это музей народной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово. Кроме того, что территория музея очень красивая и живописная, все экспонаты музея представлены с документальной достоверностью. Именно поэтому экскурсию здесь можно смело считать прогулкой во времени. А вот куда мы будем прогуливаться во времени, назад или вперед, и насколько, мы обязательно покажем и обсудим в этом видео. Оставайтесь с нами. Идем! Мы прогуливаемся сейчас по сектору музея Нижнее Приднепровье. Территориально он теперешняя Черкасская область. Обычно здесь проводятся мастер-классы и много мастеров, передающих свои знания, показывающие работы на тему народных традиций, а еще много помещений и жилых, и хозяйственных, и общественных открыты на вход. Еще раз обращаем внимание, мы такое уже видели, здесь побелена только жилая часть хаты. Ну, идем внутрь, эта хата из села Крещатик Черкасской области датирована концом 18 века. Устройство хаты внутри абсолютно идентичное тому, что мы уже видели. Жилое помещение одно, очень небольшое. Вход в него через сени, где хранится утварь. И здесь внутри очень много интересных экспонатов. Прежде всего, прялка. Ну и есть еще деревянная посуда, глечики. Так называют горшки из глины. И мы смотрим еще размещение всего в этой жилой комнате. Ну, здесь то же самое, все в одном, нет разделения на зоны, где кушают, где спят, где готовят, все в одном помещении. Красный угол — главная часть помещения, он тоже никак не отделен, и опять мы видим много рушников. На своем обычном месте видим тоже здесь сундук возле спального места. Рядом со входом справа расположена печь, отверстиями повернута к окнам в фасадной стене, и сушеные травы под потолком. Все посмотрели, идем дальше. На следующем подворье тоже хата с открытым входом, и она уже больших размеров, потому что датируется она уже немножко более поздним возрастом. Это хата из села Яснозирья, датируется 1907 годом, но показывает она быт 19 века. В 19 веке уже появляются хаты с двумя жилыми помещениями, одно из которых считается парадным, типа нашей гостиной. Но внутреннее устройство жилого помещения все равно как под копирку сохраняется с предыдущими. Вот мы через сени хозяйственные переходим в парадную часть дома. Ну и здесь то же самое. Опять типовой проект. Печь от входа по одну сторону, по диагонали по кутя, то есть красный угол. Лавки вдоль стен, причем наглухо закрепленные. И земляной или глиняный пол. Через перелаз выходим мы на центральную сельскую улицу. По ней можно пройти к центру, центральной площади, которая называется Майдан. Смотрим еще хозяйственные постройки на подворье. Вот так выглядела комора. И направляемся на Майдан. Там расположены и жилые строения, и общественные. Там есть школа, там есть сельская управа, ну, конечно, церковь. Первой половиной 18 века датируется церковь Святой Параскевы Пятницы из села Зарубинцы Черкасской области. Она на сегодняшний день действующая, можно зайти внутрь, и мы обязательно ее покажем в следующем видео. Она очень красивая и интересная. А пока мы направляемся в дом сельского священника. Табличка на ней рассказывает нам, что эта хата из села Мызынивка Черкасской области датируется началом 20-го столетия.
Она получается самая поздняя по времени датировки из увиденных нами хат. И вот уже здесь есть деревянный пол, чего не было до сих пор, был только земляной или глиняный. Практически так же все расположено. И вот тоже есть сундук, он все время вызывал у нас вопросы. Ассоциация с чемоданом. Почему вещи надо было хранить в таком передвижном сооружении? Представлена здесь еще одежда священника. Можно в интерьере увидеть еще появление шкафа, стульев, подобие дивана уже есть. Но в общем сохраняется схема, наличие красного угла, большое количество рушников. Значительно больше, правда, увешаны стены, что и понятно для хаты священника. Ну, свои впечатления составляйте сами, а мы хотим немножко передохнуть и обобщить увиденное. Что мы с вами посмотрели? Жилые строения из сектора Среднее Приднепровье, относящиеся и к 18, и к 19, и к началу 20 века. Давайте обобщим с вами увиденное и определим, что доносят до нашего времени, передавая от поколения в поколение в виде знаний и вещей, и видимой картинки, точных правил и рекомендаций, наши украинские традиции, увиденные сейчас в музее Пирогова. Выбираем ключевые видимые акценты традиций. Украинская хата, рушники и вышиванки, украинская посуда, горшки и глечики, кувшины, возле хаты тын, это плетеный забор. И еще внимание, четкие правила, не рекомендации, а именно правила в быту, распорядке жизни, распорядке деятельности, ну просто инструкции и устав. Ну, вопросы, возникшие по поводу рушников и вышиванки, мы обсудили в прошлых видео. А теперь давайте поговорим о необычном и бросающемся в глаза при взгляде и рассмотрении интерьера украинской хаты. Первая непонятка, почему белилась только жилая часть дома. Объяснение общепринятое, характерный рационализм. Ну, не очень понятно мне, почему нельзя было добелить весь дом, что лень было или и звездки этого мела мало. А вот если принять во внимание наш вывод, навеянный рушниками, о том, что начало традиций, первоисточник, связан с техническим прогрессом, тогда все встает на свои места. Часть помещения, где находились люди, покрывалась защитным слоем, нецелесообразным для хозяйственной части. Ну, защита, например, от радиации, микробов, перепадов температуры, выбирайте варианты. Следующий вопрос, вид дома по вертикали. Это прызба внизу и ее выступающая прямоугольная форма, приблизительная высота и ширина традиционно сохраняются. Почему так точно и почему прямоугольник, если считается, что ее назначение защитить дом от промерзаний? Можно же насыпать валик или сделать ему просто какую-то другую форму. А специфическая форма окон и строгое их количество аж до начала 19 века. Будем искать ответы внутри, идем анализировать внутреннее устройство хаты. Давайте обобщим, что мы смогли увидеть внутри хаты. Мы прошли и показали сейчас 4 открытых помещения. Ранее мы видели их больше. И можем смело утверждать, что внутреннее устройство хаты хотя бы чуть-чуть претерпевает какие-то изменения, начиная с 20 века. До этого времени все было, ну, полностью типовой проект. Помещение как под копирку. Смотрите, о чем я говорю. На фасадной стене 2 окна и вдоль стены под окнами сплошная длинная лавка, наглухо закрепленная к стене. Дальше смотрим, на соседней стене одно окно, угол между ними, главное место в доме, это красный угол по кутте с образами, возле него стоит стол. Дальше по этой стене в углу между стеной и печью спальное место
И от входа рядышком со входом печь. Она расположена по диагонали с главным местом, с покутьем, с красным углом. Смотрим следующую хату. Фасадная стена, два окна и скамья, лавка, красный угол, возле него стол, в соседней стене одно окно, дальше в углу спальное место и печь. Пока что полное совпадение. Давайте сравнивать третью хату. Что мы видим? Фасадная стена, два окна и скамья под ней, красный угол рядом, возле него стол, на соседней стене одно окно, далее в углу между стеной и печью спальное место и печь возле входа. Пока ни одного отличия, причем сохраняется не только схематичность помещения, но и даже его размеры. Вот на этом фото хорошо видно, насколько помещение маленькое. Между печью и стеной и окнами расстояние совсем небольшое. Ну, смотрим еще одно помещение. В 19 веке оно как второе парадное добавляется не слева, а справа от входа. Поэтому у него зеркальное расположение всего. То есть слева направо мы видим вначале печь слева от входа, потом рядом между стенкой и печью спальное место, дальше красный угол и опять эта фасадная стена с двумя окнами и с длинной скамьей под ними. Чтобы не отвлекать внимание на интересные предметы быта того времени, мы изобразили внутреннее устройство помещения в виде вот такой схемы. Смотрим и анализируем. Схема помещения все время копировалась. Значит, у нее был какой-то очень важный первоисточник, с чего она копировалась. Далее, на очень малой площади очень рационально размещено все необходимое для жизни. Причем комфорт, в общем-то, отсутствует. Знаете, чему обычно соответствуют такие характеристики? Что это помещение не стационарное, а передвижное, потому что стационарное помещение нет необходимости так плотно компоновать всем необходимым на маленькой площади. А если прототип нашей схемы был передвижным, то главное место в нем – это место управления и связи. И в нем должны располагаться и приборы, и экраны, исходя из сегодняшних наших знаний. А еще какое-то место должно отводиться двигателю. Ну, экраны, передающие изображение, сейчас всем знакомы. Видеосвязь по типу скайпа, например, тоже. Расположение экранов, например, телевизоров на стене, как раз ближе к верху стены сейчас, тоже становится привычным. Вот мы сняли парочку таких в общественном помещении. Правда, не в маленьком, а в большом. Ну, в маленьком они будут просто меньшие. Выводы и сравнения предлагаем всем сделать самостоятельно. А мы пока нашли два ответа на возникшие у нас вопросы еще. Пока только мобильностью первоисточника мы можем объяснить такое глухое крепление скамеек, лавок к стене. И сходством с защитным кожухом над передвижной частью нашей схемы может объясняться прямоугольная форма и выдвинутая часть прызбы. Вот такие варианты ответов на возникающие вопросы об особенности украинской хаты мы нашли. Оставляйте свои варианты в комментариях. Всем пока-пока! Следующие вопросы будут в следующем видео и ответы тоже.